what's your name? I'm Amy. I own Butterfly by the Sea gift shop at 623 Lighthouse. Okay, in so Pacific Grove. You said it's an old building. It's 1836, I think, is when it was built, back in the day when Pacific Grove was a gated community. It was a worship town, mostly Baptists, very religious town. Okay. Yes. So now it's mostly tourists. Yes, we are very much tourists. The monarch butterflies come here to habitat every year from October through March. Okay. And they're here a lot. What is the hottest item in your store? The hottest item in my store are the little plastic ornaments with the butterflies on them on the Christmas tree. Okay, let me see. Wow, that Christmas tree reminds me of the one we had in our childhood. Oh yeah? Yeah. Друзья, вы видите елочные игрушки. Вот они здесь модные с бабочкой. Вот эти вот с бабочкой. Света, хочешь с бабочкой? Я не хочу с бабочкой. Елочную игрушечку. Я вам покажу на выходе этот магазин, как он выглядит. Это маленький такой жилой домик. Бабочки. Бабочки. Ну да, потому что бабочки монарх, это у нас как бы герб на гербе этого города. Вот это вот весь дом, ну магазин. И вот нам говорят, что там был. So it used to be what, a bedroom? Yeah, that was the bedroom and the bathroom back there. Bedroom and the bathroom. А теперь, видите, там входная дверь, и это чей-то офис. Wow. Okay, thank you very much. You're welcome. Butterfly place. Is this an oven original or... Светлана спросила про духовочку, говорит, это что, говорит, там с 1830 какого-то года? Она говорит, нет, говорит, это 1930-е. Вот это оригинальный айсбокс, то есть 1800. Где айсбокс? 1836 год. Они использовали нечто вместо холодильника. Помилуй, ну там внутри электрические устройства электрическое внутри. Посмотри. Она сказала, что бокс оригинал. Коробка оригинальная. Да, а это можно поставить позже. Значит, там внизу вот сюда закладывался, лёд, продавался, да, который магазин, и таким образом охлаждался. Тут убрали лёд. Да. Да, все про бабочек, ребята, все про бабочек. Вот эта вывеска на входе магазинчика. Gift shop open. So cute. Do you wanna see magic? Magic, okay. Magic. Watch this. Okay, is it Calibri? You mean it does it because it's of sunlight? Solar, yes. Solar? Okay. Solar. Друзья, на солнечной энергии птичка Калибри начала махать крылышками. Вот это прикол. Это по-нашему. Но тут еще есть садик. Мы пойдем сейчас посмотрим этот гарден, который есть при доме. А это, друзья, садик при этом доме с одной спаленкой. Так, народ, что вы скажете про садик? Садик потрясающий. Ну, смешно, очень это. Много разных сама костей. Садик я садила, это сама буду ставить. Поливать. Песенка вот есть такая. Тут, конечно, на полу кора такая мокрая. Вот я на нее наступаю и думаю, не испачкать бы мне автомобильчик. Ну, садиком это можно назвать очень условно, потому что общая площадь этого садика, может быть, там полсотки, даже я не знаю, есть полсотки, но есть сараюшка, обратите внимание. Есть маленькая сараюшечка, типа склад. О, да, друзья. Вот в таких малых формах происходит жизнь. Да, а там большая жизнь, большие формы, улица Лайтхаус, можно сказать, главная магистраль городка Pacific Grove, вот она. Мы, друзья, обнаружили табличку на доме и поняли, что он не такой старый,
А он вот 1897 года, вот эта женщина построила, и вот она вот сделала это в 1897 году. So that's why they put the women's name on it. Journey for Presidents. Вот у нас, друзья, реклама, то есть реклама, пропаганда так происходит. А вот улочка, на углу которой находится магазинчик. Вот она вся такая милая.